Ребята, привет! И мы сейчас находимся на Максима базе, которая находится на Наугардуку. Посмотрите, хорошая сейчас акция как раз перед Йонинес, 40% папоротником. Я, кстати, один папоротник взяла. Вот. И хотя я где-то читала, что папоротник и вредно в комнатах держать. Пишите в комментариях, вы вообще что-нибудь знаете о папоротниках? Вот. Так, сейчас мы все тут рассмотрим. Я сегодня больше поподробнее все сниму. Ну, вот тут какие-то вкусняшки. День Европы. Вот этот стенд называется. Так, а вот что тут такое интересно? Так, это оливковое масло. Очень очищенная. Ну, бутылочка, конечно же, красивая. 10,99. Так, это манговый мармелад. Посмотрите, манговый мармелад 2,69. Но очень такая, это, знаете, деликатес. Просто такая вот такая цена. И, кстати, вот гранатовый здесь и помидорово-гранатовый джем. Ну вот тут гранатовый джем. Может взять, попробовать. Вот тут все для отдыха. Вот эти шляпы, которые мне очень понравились. Очень мне понравились. Они сейчас стоят 5,99. Хорошая цена, слушайте. 5,99. О. Посмотрите, какая шляпа. Кстати, на море это незаменимая вещь. Правда, когда сильный ветер, ее ветром сдувает. Ой, на базе большой выбор кастрюль, каких только хотите. $26.99 мисочки. Мне бы надо поменять свою сковородочку маленькую. Ребята, сейчас в Максиме базе проходит скидка 40% пледом, одеялом, подушкам, постели и полотенцем. И смотрите, постель, это хорошая постель. Она стоит $29.99. То есть двухспальная. Полуторка. Вот подушки. Подушки очень хорошие, литовского производства. И одеяло. Вот полуторка 27,99. Ну и вот 40%. Вычитайте, получите скидку. Вот так вот. Смотрите, какая щетка хорошая. 12,49 со скидкой. У меня дома есть, пока она не сломается, я ничего покупать не буду. Я вот настолько научилась уже экономить, что вот эти вот все акции, они все как бы как соблазняют людей. И даже если у тебя есть, ты все равно что-то должен купить. И вот прежде чем купить, нужно хорошо подумать. А действительно, тебе это надо. И покупать нужно только тогда, когда у тебя действительно этого нету. Или сломалось, или поломалось. Ну, вот я так считаю. Вот слабость у меня вот эти вот все перчаточки. Вот, кстати, хорошая скидка. Сейчас вам покажу. Вот, только маленький размер. 10 штук. Латексовые такие перчаточки 2,49. Кстати, неплохая скидка. Смотрите, какие я нашла чашечки. Посмотрите, какие бомбические красивые чашечки. Мне так нравится белая посуда. И стоят они всего лишь 5,99. А посмотрите, какие я еще ложечки нашла. Вот это все стоит по евро 45. Вот есть такие вот ножики.
есть вилочки, есть вот такие ложечки и есть вот маленькие вот такие. И все они по евро 45. Посмотрите, я нашла коробку вот такую вот для муки, но она очень большая. Здесь 3 литра 300. Ну, не знаю, мне она чуть-чуть большая. Мне хотя бы на 2. И я вот подумала, что мне она не подходит. Ребята, смотрите, я нашла вот такой вот пирог. Это пожелание из деревни. И помните, такие вот ковришки раньше пекли. И килограмм стоит 5,19. Это кусочек 2 евро. Я взяла 2 кусочка. Мой муж такое любит. Так, ну вот все кручусь вокруг этого. Не знаю, наверное, все-таки эту коробку я куплю. Потому что у меня уже старая, ржавая. И надо, наверное, ее выкинуть. Все-таки я вот эту вот коробочку, ребята, возьму. Она такая с крышечкой, прикольненькая. Я ее беру. Так. Ребята, сейчас хорошая акция. Правда, здесь все разобрано. Евро 25. Вот такую киданию экстра майонез. Я его возьму. Вот Максима дала скидку рулетам. Кстати, эти рулеты совсем неплохие. Так, вот этот вот. Мой муж покупал вот этот. Пробовать с печенкой. Он, кстати, был совсем неплохой. Неплохой кусочек. Так. Может взять. Давайте возьму. Иногда так хочется что-то вот скушать такого. Тут одни уши как-то накрученные. Ребята, все-таки я взяла вот такой печеночный паштет. Он очень вкусный. И вот взяла такой вот. Знаете, в Максиме пропала картошка. Вообще пропала. Ее просто нету. И вот я зашла на базу специально посмотреть, есть ли эта картошка. Ну, ребята, вот витрины все ломаются. Бери. Что только хочешь. Ну, вот дыни, арбузы. Арбузы по 79 центов. Но очень большие. Вот так вот. Евро 29. Ай, вот картошка. Картошка, вот она, картошка. Евро 59. Вот, появилась. Фу, я аж испугалась. Думала, что мы будем помирать голодной смертью в Европе. Ну, слава богу, картошку завезли. Как мой муж говорит, скорее всего, что там стояли... На таможне видно фуры. Вот как только появились свежие ягоды, как-то не хочется ничего покупать вот с этого всего. Всегда надо смотреть на нижние полки, потому что на нижних полках всегда бывает акция. И вот так, домашний хлеб. 650 грамм. Евро 39. Ну, как даром. Ой. Ну, его тут очень много. Я, наверное, возьму вот этот. Я люблю вот этот. Кстати, в Максиме появился вот этот хлебушек. Я его покупала в Норфе. И вот, кстати, евро 29. Я его куплю. Вот этот вот. Дидику Дона. Вот он без семечек. Сейчас вам покажу. Я всегда советую вкусную продукцию, вкусный хлеб. Мне даже читайте, зрители пишут, благодарят. Ну вот, смотрите, есть вот такой чисто черный хлеб. И евро 29. А вот есть уже такой с семечками. Вот. Семечками. И он уже стоит евро 35. Ну, в принципе, на 5, на 6 центов.
на 6 центов дороже. Ну, я вот покупала, когда не было вот этого синего, вот, я покупала вот этот. Ну, я возьму без семечек. Вот, ура, хлеб мы купили. Какой еще вкусный хлеб? Мне вот нравится еще вот этот. Вот. Я очень люблю вот этот мачутис. Его здесь немного, 5 кусочков. Но стоит он €99. Ха. Хороша цена, да? Но это деликатес хлебный. Хлебный деликатес. Чем уж хорош этот хлеб без дрожжей. Иногда дрожжи даже полезны для организма. И вот этот хлеб, понимаете, покупаешь его или как деликатес. Вот так вот режешь на такие кусочки. Маслом сливочным, литовским желательно. Как вкусно! Вот этот вот может. Так, пенюшка, пенюшка. Так, ну он такой воздушный. Такой воздушный, просто как пух. Хотя, кто на диете, очень хорошо вот такой вот пух покупать. Понимаете, взял кусок, жал его так в кулачок. Там получилась такая, знаете, такой маленький-маленький шарик. Кажется, съел бутерброд. А батона совсем там нету. Ну, не знаю, вот стоит ли вот этот покупать. В принципе, вот эта вот фирма Литовский Пеяс, это хорошая фирма. Мне нравится, молочная. И сейчас акция. Было там что-то подешевле, поменьше видно, но все разобрали. А, вот есть молочный. Сейчас я посмотрю молочный. Вот. Есть молочный и молочный. Так, тут даже цену убрали, смотрите. Вот этот неплохой. Вот этот вот. Такой вот по 35 центов, кажется. Самый вкусный, самый дешевый и самый вкусный. Кстати, тоже вот этой фирмы Литовский Пеяс. Черешня 3,99.